хочется, внимание, жениться. Целомудренная это что значит? Ну, допустим, принято. Молодец, хорошо сказала. Верно, что значит верно? Которой можно доверять. Верно это то, в кого он может что? Не боясь инвестировать в свою жизнь, в свою энергию, в силы, деньги, время. Женственно, давайте попонятнее. Красивая. Неплохо, что была красивая, да? Ухоженная, не дура. Позитивная, счастливая. Позитивная, счастливая. Мудрая, которая не спорит. Да, мужчина не любит, когда с ней спорит. Заботливо, потому что он хочет заботы. Кто-то скажет, вот опять баба все должна. Мы сейчас поговорим о том, какого мужчину хотят женщины выйти. Прямо отчасти, вам точно скажу. Ну пока. Благодарная, да. Здоровая, неплохо, которая не подбухивает, не курит, не жрет всякое говнище. Допустим, хватит. Теперь вопрос. Вы понимаете, почему мужчины не хотят на вас жениться? Потому что вы не такие.